Я рада приветствовать вас на своем канале 18 соток. Сегодня расскажу вам и покажу перец острый, который называется Аладдин. Сорт острого перца Аладдин представляет из себя растение, которое компактное, сантиметров 20 в высоту, с обилием мелких перчинок, которые растут вверх, они конусовидной удлиненной формы. Цветовая гамма на кусту присутствует тоже различная. От кремового с фиолетовыми кончиками, потом плоды становятся оранжевыми и в биологической спелости становятся красными. Этот перец с острым вкусом и сильно выделенным ароматом. Рекомендуется для употребления в свежем виде, в качестве приправы к мясным блюдам, ну, также для консервирования и маринования. Вот как выглядят плоды этого сорта. Вот их расцветка. Этот сорт отлично подходит для выращивания в открытом грунте и станет украшением и пользой для любого подоконника. Вот так выглядит перец в разрезе. Толщина его стенок около 2 мм. Как я уже сказала, у него ароматный вкус такой своеобразный. Очень вкусный, острый перец. По шкале Сковила от 1000 до 1500 единиц. На этом обзор этого перца я заканчиваю. Заходите на мой канал, подписывайтесь. Буду рассказывать о других сортах перца.